Всем привет, ребятки! С вами Алексей. Снова вновь подкаст, в котором у нас есть что обсудить. Как вы заметили, канал, новенький канал. Мы перешли на канал, где у меня был Crossfire, потому что этот канал мне немного припустили. Мне убрали монетизацию, и я больше ничего не смог бы с этого канала получать. Но я решил, что я снова возвращаюсь на свой основной канал. Зарабатывать я с него пока что ничего не буду. Возможно, мне отключили на 30 дней, возможно, на все время. То есть я не знаю наверняка. Но раз в месяц я могу подавать апелляции. Я понимаю, что мой канал новый, где у меня КФ, в том канале я так и так ничего, в принципе, не получу. Там, может быть, какой-нибудь бакс в месяц. Мне этот бакс, в принципе, не нужен, как бы. Я с него там схожу, хлеба куплю. Пару раз и все, по идее. В общем, мне главные активности на моем основном канале, она была намного лучше. То есть, независимо от того, что я оставляю ссылки и говорю, что у меня новый канал. На новый канал мало кто приходит, и просмотров там, в принципе, ну, не то чтобы сказать много, но... Как бы они там срезаются полностью почти что. Появляются и срезаются, появляются и срезаются. Мне такого не нужно. То есть, как бы там я ничего не заработаю, там популярным я уже больше не стану. Поэтому нет смысла переходить на новый канал. Мы остаемся на старом, я продолжаю. То есть, независимо от того, что я с него не буду ничего получать, я буду пилить видео, как обычно. Теперь вы понимаете, что я делаю все не ради денег. Ну, по крайней мере, они не будут пока что появляться. И, собственно говоря, подкасты не только об этом, но и поговорим о том, о чем случилось... О чем случилось? Что случилось на канале за последнее время? Подписчики так и растут потихонечку, помаленечку. На данный момент, когда я снимаю подкаст, это 25 число, апрель, 16 год, мало ли, кто-нибудь смотрит его в 2017, в будущем, а то, мало ли, бывает же такое, что люди новенькие пересматривают старые подкасты. Об этом я не задумывался. В общем, 5426 подписчиков, ну, в общем, 5 косарей, да, с половиной у меня подписанов, это немного. Ну, в принципе... Как я уже говорю, подписчики мне не так важны. Важно все остальное. А видосики, как вы заметили, снова, вновь и вновь, они выходят редко. Мне просто бывает лень, или бывает я прихожу с учебки, и мне вот совсем нет желания записывать. Ты сидишь ты такой с 8 часов до 2-4, приходишь домой, тебе надо пожрать, посидеть за компом немного. Ну как немного, относительно немного. Как бы и времени... Не то чтобы не хватает, просто бывает мне мешают. Я уже говорил об этом ранее. Просто вот находится со мной в комнате кто-нибудь. И я не могу так просто выгонять, говорить, что иди отсюда, я буду записывать. Когда тишина, тогда я записываю. Когда мне дают, тогда я записываю. Ну и разумеется, бывает время-то есть, и все равно мне не дают. Как бы вот, выпускаю обычно через день, да, по две серии. Растения против зомби у нас сейчас идут, и... Так, я что-то аж подзабыл. Мы закончили рога и копыты, и я серьезно, вот прям так редко снимаю, что аж забыл, чего я прохожу. Да, начал Divinity 2, который я проходил с 13 года на 14 на старом канале. Ну, смотреть, в принципе, не рекомендую. Ну, вы можете сравнить чисто, вот глянуть на моем старом канале, как я снимал тогда и как я снимаю сейчас. Как бы первая серия моего нынешнего и старого прохождения. Ну, как я уже говорил, по-моему, в прошлом подкасте, что я буду ее проходить, я ее начал проходить. С опозданием, с большим опозданием. Но просто там затянулось у меня прохождение других. Прошли мы Сакуру, прошли мы там все остальное помаленьку. В общем, все, видео будут выкладываться теперь снова на моем старом канале. Так что мы переходим снова на него. Ну, в принципе, я подкасты выложу именно на нем. Так что вот знаете, поскольку он здесь, означает, что видео будут здесь. Закончили мы еще рога и копыта. Тоже затянулось, я думал, оно будет меньше. Но было весело, как по мне. По крайней мере, музыка была веселая. Довольно-таки. Прям-таки вообще нехилая. Так, как я уже говорил, Сакуру мы закончили. Там часть первая, а вторая выйдет, по идее, в конце... 16-го года, когда точно, я не знаю, потом еще придется дождаться перевода, так что не скоро у нас все это соорудится. В общем, долго все это тянулось, прохождение Рога и Копыта и Сакуры, то есть как бы редко я все выкладывал, с большим промежутком,
Поэтому я смотрю, что у меня сакру как бы месяц прошел уже. А с подкаста прошло... Сколько там прошло? 2 месяца прошло. Так вот еще. Реймон мы прошли. В конце концов, как бы я записывал Реймон чуть позже подкаста, буквально там на 3 дня, что ли. Ну и, в принципе, прошли мы его. То есть, прохождений было немного, но они были длинные. Относительно. По крайней мере, рога и копыта. Ну и, как я уже говорил, промежуток, с которым я выкладывал все это, был довольно-таки большой. Самому печально, как бы, что я стал таким неактивным. Так бы вот просто не получается записывать. И сейчас у меня меньше стимула все это делать. Но я буду стараться. Почаще, если у меня будет время, я буду записывать и выкладывать. Главное, не забывайте. Заходите и обновляйте страницу. Так, ну в принципе, что? Просмотры у нас под миллиончик чуть больше, да? 1 300 000. У тракториста. Подписчики, просмотры, все, потихонечку растем. И больше ничего особо нового не случилось. Читаю ваши комментарии, помаленьку просил на вопросик ответить, как вы попали на мой канал. Если вы этого вопросика не замечали, а вы не могли его не заметить. В принципе, большинство мне ответило. Спасибо за ваши... за вашу активность в этом плане. А вот подписки на новый канал были небольшие. Но, в принципе, я уже говорил про подписчиков уже 100 раз повторял, поэтому ладно. Не так важно. Перешло немного, ну и... Сейчас это уже не важно, потому что мы возвращаемся. Эти видео я удалю, скорее всего. Удалю к тому времени, как вы уже подкаст. Ну или скрою, как минимум. Видос у меня выходил, Burnout Paradise, там... Я говорил прям в самом видео, когда записывал, что там музончика будет палевного куча, потому что все-таки Electronic Arts, и у них они запрещают как бы снимать свои игры. Не то чтобы запрещают, но это у них очень вредно. Как бы музыка везде цепляющаяся за авторские права, и 3 песни аж у меня цепанулось. Я, короче, не стал разбираться, я попытался их удалить, не удалились. Тем более, если бы я их удалил, то получается, что почти все видео у меня было бы загажено со звуком. Ну и, собственно говоря, я его удалил, сделал ссылку на контакт. Я думаю, вы замечали. Как бы не могли упустить. Ну, там перешли несколько человек. Посмотрели, надеюсь. Ну, если смотрели на YouTube, то и посмотрели бы там. Собственно, почему нет? Попутно ностальгию я почему-то сейчас не выкладываю. Почему-то, в принципе, могу я вам сказать причину. А у меня джойстика, провод как бы он косяченный. Он джойстик у меня постоянно то видит, то не видит. То есть провод там как бы цепление, контакты отходят. Поэтому я не могу записывать, а на клавиатуре играть я не буду точно. Это вообще никак. Это ненормально. Еще и слышно будет сильно, как я стучу. Как бы все по идее. Дальнейших я новых прохождений это спойлерить не буду, как обычно. Я их не рассказываю никогда и сейчас тоже не буду говорить. В общем, все, ожидаем возвращения монетизации. Ну, по крайней мере, я его ожидаю. Вам-то все равно, по идее. Вам-то еще лучше. Рекламы замечать не будете. Буду подавать апелляции раз в месяц. Как бы там можно подавать апелляцию? Говорят, что одну апелляцию подал, тебе ответили отказом. Больше не подавай, и смысла никакого нет. На самом деле, пиздеж. Самые настоящие, потому что подавать ее можно сколько угодно, и они будут тебе отвечать либо отказом, либо нет. Но отказ... в 70% случаев. Как бы все. Популярность популярных видео растет. Сейчас у меня в основном Outlast начал популярность набирать. Русская озвучка. Не знаю, почему начал набирать популярность. По просмотрам как бы они все растут. Растут с каждым днем. Там штук по 200 в день буквально выходит. Как бы меня устраивает. Не ожидал, если честно. Когда выйдет продолжение, дополнение... Ну, в смысле, его озвучка. То к нему я тоже перейду. Ее мы тоже посмотрим. В общем, все, ребята. Если вы отписались от этого канала, снова на него подписывайтесь и ожидайте дальнейших видео именно здесь. А КФ, возможно, я буду выкладывать на моем старом канале. Вряд ли, конечно, но... Сейчас у меня появилось с кем записать. В общем, все, ожидайте. Коротенький, но подробный подкаст. А, вроде бы я обо всем рассказал, да? Если нет, то вы напишите мне об этом. В общем, все. Всем спасибо за прослушивание, за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.